Сэмпл-лаба у нас находится вот здесь. Запускаем проводник. Но это нам делать не придется. Но пусть будет. Не помешает. Вот здесь есть такой Install Mars. И вот здесь Сэмпл-лаб 866. Запускаем с этого сета. Программа бесплатная. Вот поэтому. Поэтому там никаких кодов, ничего вводить не нужно. Все, он сейчас тут доинсталируется и поставим его заново. Не знаю, что это с ним такое произошло, но...